Основная задача данных мероприятий – выявление административных правонарушений, совершаемых водителями автобусов. Основной упор будет сделан на техническое, на исправность автобусов, которые занимаются перевозкой пассажиров, то есть на техническое состояние, соответствие требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, то есть это аварийные выходы, то есть как и двери, так и люки, окна, чтобы все было, автомобиль укомплектован медицинскими аптечками, огнетушителями, знаками аварийной остановки, тахографами. Это устройство, которое обеспечивает непрерывную корректируемую запись о режиме труда и отдыха водителя, как водитель работает, то есть сколько он за рулем непрерывно находится.